Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова мы, пошли, все. Пошли. Всем привет. Эпизод первый, Алекс Фриман, Гордон. Алекс Фриман, господи, я женился. Че замуж вышла, что нам сделали? Смотри. Они преследуют нас. Пустите меня к ним. Сволочь такая. Держите меня, пацаны. В общем, что я хочу сказать? Все очень плохо. Сейчас мы. Ух ты! Я назову тебя Герасим. Во, ей же можно его отдать. Давай сломаем его тоже. Да? Теперь они нашинские. Они нас током дергать не будут. Хороший. Как оно? Во. Там, смотри, пацаны пришли. Да. Давай закинем ему подарков. Так я хочу, но мне сейчас для... дверь откроют. Дырочки надо. Да. На, получи. Привет, парень. Так, все, а сами прячемся. И смотрим. Нет. А мы сам справимся. Он дрессированный. Ок. Так, мой его отпусти-то. А где твой? Я уже сам. Двойной удар. Дабл шот. Тоби выкинул туда, да? Да. Давай, иди сюда. Это наше новое оружие смерти. Мне старое больше нравится. Наш поезд... ладно, выкинем это говно. Нет. Yes. О, она красная стала, черт, это плохо. Так. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Капец, ты видел, сколько там? Эй, ж больный. Видел. У меня там была аптечка, давай вернемся. Оу. Пора валить на этом поезде. Ты видишь, что тут в этих? Что там, турельки? О, нет, это эти. Воу, черт. В этом вагоне сталкеры. Самой припяти. Где твой хабар, отвечаешь? Сука. Алекс. Алекс. Ну, если хочешь, я тебе такое же сделаю. Ну, не плачь. А что она там с ним общается? Она ему рассказывает, что ли? Да, да, снова это команда. Но с этим что не поговорила? Поговорила бы со всеми. Опять. А это же расстроится. У нас время, это вагон, мы можем тут разговаривать. Реально вагон, прямо в смысле. Будем надеяться, худшее впереди. Потому что оно было бы скучно. Москва, Адлер. Япона, мать, мы ускорились что-то довольно сильно, если посмотреть на потолок. А если не смотреть? А если не смотреть, то никакого ощущения ускорения нет. Так, я тоже, мы не едем никуда. Приехали, Тёма! Обычный день в маршрутке. Воу-воу, парень. Да. Парень, что ты хочешь? Сиди себе. Без билетов, пацаны! Валим их! Да, смотри, да, домогается, да, детка. Бля, у нее такое лицо испуганное. Давай, да убери свою задницу, я на лицо хочу посмотреть. Скорее, Гордон, я почти беременна. Ну ты будешь что-то сделать? Да, да, детка, да. Да вот так. Кто твой папочка? Шахтер. Давай бросим ее, здесь вроде весело. А парень такой: ура, ура, настоящая баба. Ладно, все, скорострел, бежи от меня. Алекс, пойдем, это нормально. Спасибо, это она ему сказала, я думаю. Подвинулся бы хоть вперед, что ли, я не знаю. Он ее в транс вообще ввел. Ты дарбаль, да, Алекс? Все дарбаль, да что ж ты? Да, нормально, может это как там, первый раз, все такое. Вот Стас, она до сих пор, короче, никогда дойти не может. Вот это, говорит, был мужчина. Настоящий полковник. Полковник, может, и есть. Ну, ты, конечно, там в брачные игры все дела, но ты не забывай, ты нам должна открывать двери. Да. Иначе ты бесполезна, как бы. Мы с тобой пивом не поделимся. Естественно. О, начинается.
Ади были зомби. Ади были с булыжниками. Ого. Я предлагаю run. Минин. Капец. А, это она стреляет? Мне бы какой-нибудь автоматик, я не знаю, хотя бы самый обычный. Раскатал. Алекс убил их хэдкраба. Алекс, крутая. Давай, Алекс. Come on. Get him. Пивасик. Тут пивасик. Где? Это не пиво. Фу, что-то. Я туда не пойду. Слышишь? Это было не пиво, это был стиральный порошок. Я слышу там пищание. Это меня, может, меня зажали опять. Алекс. 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 Тёма, ты можешь меня бочкой швырнуть? Да. С удовольствием. Ты помогай. Алекс, мать твою. Ладно. На клип. Of course. Let's go, Тёма. Let's we do will this. Die here, or we will get out. Чё, нам вниз? Ого. Это херь из Nightmare House, она там сильно помогала. В темноте там был страшный, там были уровни полные темноты. И не было никакого фонарика, ты шел с этими штуками. Я с ними не пойду никуда. Ты понимаешь, куда мы идем? Я за тобой, например. Там хэдкрабы. И какие, да? Вот эти пищивливые, которые я ненавижу их. Сейчас мы его стулом убьем. А да, мы раздавили, что ли? Ты же раздавил, я прыгнул на него. Я могу. Запросто. Свет во тьме. Я Люцифер, несущий свет. Ты взял дробовик? Нет, правда? Я его поднял, а ты его взял, зато я взял пистолет. Кому нужен? Я тоже хочу дробовик. О, как это непрофессионально. Тарбаль. Тарбаль. Черт, у меня один патрон остался. Ну, тут как бы еще патроны есть. Да? Хотя нет, они не на дробовик, они мне. Так, хорошо. Что ты делаешь вообще? Ты хочешь спрятаться туда, что ли? Сейчас да. Little Piggy придет. Может быть. Беги, пиросеночек. Ой, пиросеночек, говорю. Пиросюна. Ты дверь откроешь? Нет уже? Я не умею. Ну там, там замок просто, господи. Ну я с горой пушки стрелял, нет. С обычной пушки бы выстрелил. Это не профессионально. Тёма, знаешь, что надо делать? Надо включить электричество. Видишь, я свечу туда? Да, вижу. Нет, не вижу. А, вижу. Ну, давай, давай, ты можешь. Окей. Би-би! Зомби. Мы зомби или не зомби? Меня учат. Маус один выстрел из первого ствола, а маус два выстрел из двух стволов. Да? You don't say. Да вы что? Don't say. I don't know. Хорошо, и тут довольно темно, на мой искушенный взгляд. Ебать. Ебать. Ой, это мертвый был. Это был мертвый. Вот что эти онлайны. Онлайн. То есть тетя Лев. Тетя Леня. И понял, мать, их тут много было, тут была какая-то битва просто. Это ж мы и нашвыряли, наверное. No. Это ж тоже тот же тоннель, нет, интересно. Ты че, тебе видишь вообще тот же тоннель? Ну блин, похож. А, вот откуда. Я еще на какую-нибудь дупу залезу. Мир. Чат. Ай, упал такой, знаешь. Шутка века. Сейчас она будет пошутить, Алекс. Я что-то так хорошо помню первый эпизод. Смотри, зомби-комбайн. Вау, это круто. Что это, черт побери? Комбайны-зомби. Кишки порвал. Петросян, Петросян. Текст. Я Петросян. Да. Он по твоей душе. It's got a grenade. Окей. Тупой. Ну тупе. Ты куда пришел? А, блин. А че там? Ты все это находишь?
Как же тут темно, господи. Ого. Воу, 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 воу. Мне опять пушку не видать. Это нормально. Потому что темно. Нормально. Воу. Барнаклы тут эти. Вы там пока разбирайтесь. Я ни с кем не разбираюсь. Это ты там куда-то убежал вперед и разбираешься. Барнакла ты убил? Конечно, нет. Нет. А ну меня надо? У меня грызут хэдкрабы. Включи свет. I'm doing it. For life. Тебя подлечил, между прочим. Между прочим, спасибо. Да-да-да-да-да-да-да-да. Меня опять обожгло. Куда ты убегаешь вечно? Я же начинаю нервничать. Да нормально, я убил зелененького. Нет. Полосатенького. Тёма, иди вперед. Я не пойду. Пакость. Это твоё. Я укусил? Нет. Не страшно. Давай. У меня один патрон был, офигеть. Один шанс из миллиона выпадает 9 раз. Да, вообще-то меткость стрельбы, возможно, и так. Нормальная у меня стрельба. Ну, смотри, паркинг подземный. Это явно Хорватия. Знаешь почему? Потому что такие дыры в дорогах. А, даже на паркинге. Ого. Так, хорошо. Они уже не на нашей стороне. Поэтому я предлагаю закрыть эту дыру с помощью запорожца. Вау, ты умный. Я бы так не сумел. Все, вишни такие, блин, говорит, ну пусти, но, ну пожалуйста. Там лезет, смотри, это хреново. Кто там лезет? Оно в меня кинется. Я и жду. Как блин, я чуть кони не двинул, тут ждет. Иди уже пролазь. Тут страшно. Ты только не отпускай, это меня раскидывает пополам. Все? Да вроде. Так, хорошо. На чем мы остановились? На 24-й Волге. На москвиче, да? Ага. На Запорожце. Просто волна смерти. Буфер перед собой толкаем. Ага. Буфер смерти. Что-то мы сделали не так, по-моему. Они. Тёма, спокойно. God damn it. Давай попробуем, не стреляя, пройти это место. Вот там, смотри, зомби идут. А чё-то не стреляю. Давай стреляю. Ну вот, я сумел. Давай, Тёма. Получите. Мартышки. Было бы прикольно, если бы мы их заманили на этих барнаклах. Во, вот это он взорвался. Да сдохните уже, ну. Во, говорит, у меня граната, пацаны! Мне тут норм. Да, все везде норм. Я сижу такой, типа, ничего никого не трогаю тут. Отдыхаю. Ух ты, а что этот парень там делает? А что сделает? Кино там умер. Что, я не могу пролезть. Че это? А, нет. Это Алекс опять встал, небось. Да, все, я пролез. Let's go. Алекс, как обычно, портит. Let's go! Алекс, пули хватит. Не пробиваем. Ну, стекло пули не пробиваем. Такое. Да. Waiting for team. Ну, что? Где? Где, почему, зачем? У кого? Алекс, мать... Матерь божья! По-моему, они хотят нас. Получи патрончик. Вот, смотри, о-о-о, прикольно. Эпично. Я не знаю, я просто... Здрасте. Я просто хочу убить кого-нибудь. Ты знаешь, по-моему, вот эту вот дыру асфальта стоит чем-нибудь забить. Я предлагаю, по-моему... Забить на эту дыру. Конструктивное решение. Проблема, насколько я понимаю. Иди сюда, Трабант. Ты знаешь такую машину Трабант? No. Ну вот это вот Трабант. Это... Я не хочу это видеть. Мне страшно. То ли чешская машина, то ли югославская, хорватская. То ли хорватская. Алекс, тебя едят. Алекс такая. Фалтис, почему я испытываю поле?
А у тебя фамилия Фриман, а имя какое? Югославский, небось, какой-нибудь? Или там... Бжешкин какой-нибудь. Бжешек. Бжешек это польский. Да ты что прилетел-то ко мне? Иди туда к ним. Надо еще одну машину. У тебя есть там машина наверху? Есть. Скинь их мне. Нифига скинь. Ну, я с помощью грею пушки. Не, я ее не подниму даже, дело в том, что. Причем тут подниму? Просто где я нахожусь, тут вообще нельзя ее. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, господи! Куда ты там попал уже? Я вообще игру уже почти прошел. Ноу. Да нет у меня тут машин никаких. Алекс вообще такая на своей волне, ее там бьют просто вообще. Да ты плохо прям... дырку закрыл. Да нормально закрыл, они ломятся и не могут ломиться. На топе! На топе! Ого, они что, бессмертные там все? Да нет вроде. Да капец, он не дохнет. Там еще одна дырка. Ты не скинул мне еще машину? Ну подожди, я открываю что-то. Сейчас скину. Ага. Получишь вот сейчас. Давай. Давай, да, еще один трабан. Потому что эти жуки, они уже просто запарили реально. Кусаются? А мне норм. Подожди, а где дыра? А, вон. Я его просто заиздевал. Ну ты издеватель. 5000. Вот, вот так, отлично. Лови теперь поточку. Они нас не побеспокоят. Все. Фух, это было прикольно. И нет. Где выход? Зачем нам выход? Теперь тут можно жить. А, у нас тут... есть оружие, вон, еды, сколько, не, ну, женщина. Магаз-то мы по-любому должны идти. Пива-то тут нет. А если найду? Ну, если только так. Тогда остаемся, да? Да ее бьют, а ей пофиг вообще. Да. О, она же с ней подружилась. Вот этот какой-то неубиваемый в центре стоит, ты его видишь? Да. Он вообще не убивается. Ну и пофиг. Тут нет пива, зато здесь есть китайская еда. Тебе нужна китайская еда? Конечно, нет. Да. Я расист. Не эстет. Я заметил. Давай открывай же, ну я хочу уходить отсюда. Подожди, ну, я давай... очень медленно кручу этот вентиль. Фалтис. Фалтис. Почему ты так спешишь? А я знаю, почему они так медленно с вентилем, потому что это реклама Valve. Я медленно, очень эротично поворачиваю этот вентиль. Это нам сюда или ниже можно? Я не знаю, по-моему... А что там с ним? Ой-ой-ой. Ой-ой. Извини, я попал в локоть. Не ходить. Сюда только патроны зря потратил на этого ущерба. Только патроны, да, дырек? Дырек. Ой, она сейчас током не шарахнет? А с чего вдруг? Ну, как бы вода, электричество кратит. Ты понял? Мужчина! Пакость какая. О, кидай. Келлен! Получи! Ай! Да, получи. Воу, что-то тут слишком много дерьма. Надо убираться отсюда, пока я еще жив. Ничего не вижу. Здрасте, бы приш... Никого нет. Ого, как тут жутко. Тут же правда жутко, или мне кажется? Тебе кажется, все нормально. Подожди тогда. Расстраивайся. Тогда я возьму краску. А я баллон с газом. Посмотрим, что более тебя. Убийственно. Теперь уже не так жутко. Так, ну я баллоном газа красить тебя не буду. Меня суицид добавил, друзья. Очень плохо. Такое ощущение, что сейчас будет что-то очень плохое. Вот прям сейчас не будем, знаю. Будем ждать лифта, в это время случится что-то не очень хорошее, ты понимаешь. Нужно держаться. Да кому это нужно? Что за шуточки? Ну ты капитан просто. Тема там уже ушел куда-то. Да я тут достаю нам припасы. Провод идет туда, потом уходит туда. Провод? Ага. Ладно. Рвани. Так, потом провод. Провод идет вон туда. Потом... Ты видишь провод?
А, вот, смотри, ты открыл дверь. Опа. Воу, драйв! Бищ. Мне ухо оторвало. Как же я без уха? Я без уха. Без уха. Слышишь, лифт заработал. It's moving. Ты слышишь? Keep moving. Come on. Смотри, живой, да? Живой? Да. Был. Pathetic. Я не знаю, Алекс просто сегодня какая-то сама не своя, она меня запарила толкать уже. Ну нормально, Алекс, что-то это все предвзятые отношения. Так, короче, Тёба, все очень плохо. Они лезут. Нам нужно пробежаться, пока не приедет лифт. Зато теперь видно. Что-то взорвалось. Да. Что-то взорвалось, кстати, да. Воу, Алекс жжёт. О, хрен. Да-да, получилось. Да. It's mine. My only. Хорошо. Блин, а что-то одна всех убила. Унитазами причем. Я кинул гранату, она всех убила. Вот он быстрый пришел. Да, уже не первый как бы. Тёма, как у тебя дела? Все замечательно. Это же самое фигня, я-то думал. Я вообще не напрягаюсь тут. Да сдохни ты уже, ну. Так, секунду, быстрый зомби. А, он тебя захотел. Я-то его не хочу. Да зато. Чё-то их там довольно много. Нормально. Они все подходят ко мне, а я подхожу к тебе. То есть проблема теперь у тебя. Чёрт. Я знал, что ты очень любезен. Да, блин. Перезаряжайся уже. Ого. Вот это было красиво. Подсветил. Там еще одна такая же идет. Хера не вижу. У меня патроны кончились. Давай, ну получи. Капец их там. Ой, может уже лифт приехал? А, мне ухо оторвало второе. Черт, лифт не приехал. Я не слышу. Лифт не приехал. А, больно. Больно. И спрятались тут. Ну а чё, она добрая, пусть сама отстреливается. Воу, меня чем-то убило, я не понял. Меня убило скамейкой. Я просто встал на скамейке. Бывает, скамейки они такие. Коварные. Вечно норовят ударить в спину. Тёма, у тебя очень мало жизни, всего 89. Аккуратно, лифт приехал. Лифт. Давай. Давай. Фу, неудачники, даже с первого раза прошли. Это было очень просто. Согласен. Я ставил Алекс, да? Или мне кажется? Нет, все нормально. А где Алекс? Рядом с тобой. Я не вижу никакого Алекс. Я его убил. Ну так, для страстки. Здрасте. До свидания. Зачищаем просто этаж за этажом. Черт, тут никого нет. Мы вышли на поверхность, и здесь... День? Ура, день. Ну как тебе сказать, вон смотри, какой... Вороночка. The Eye of... Саурон. Саурон, да. Chocolate Eye of Mr. Samurai. Чё ты... Я не хочу знать. Мочмалу какую-то. Несёшь. Нет, все было на самом деле в рамках приличия. А, вот. Открывает. Я думал, блин. Что же не открывается? Светодиоды там. Что это за странная круглая металлическая хрень сбоку? Зачем она нужна? О, это твой чемодан, смотри. Мой? Да, я нашел вентиль. Все, теперь мы сделаем Half-Life 3. Работает! Работает. Так, ручу я, ну. А чё ты на меня-то смотришь? Да вон Фриман делает. Бежим к вокзалу, пока не взрыв. Господи, если взрыв, то мы уже не бежим. Делали. Не, ну это круто, конечно, выглядит. Пошумели чуть-чуть. Алекс, хватит ко мне сжаться, я двигаться не могу. О, смотри, там сзади страйдер идет. Капец, они тут реально все разровняли.
Вон там рассказывают последние новости по телевизору. У тебя субтитры включены? Да. Клево будет тебе. Алекс, отвяжись, пожалуйста, от меня. Если мы еще за сюжетом следили. Ну как? Мы же студили ядро от Стадели. Не, вот. Понятно, ты же субтитры, всем не слушай. Тедербаля. Короче, раньше здесь нельзя было размножаться. Люди не могли размножаться, потому что было подавляющее поле. И у мужчин, видимо... Не вставал. Да. Короче, теперь все окей. И поэтому он говорит, поэтому впервые за 10 лет у нас появилась, говорит, надежда. Она мы втайне разработали. Да? Куда ты там ушел уже? Я хочу послушать его. Короче, по сути, он говорит, типа, плодитесь и размножайтесь, пока есть возможность. Вот это парень, уважаю. Ну что, поможешь? Я помогаю вроде, нет? Нет. Обидно. Обидно, слушай. Столько всего сделал. Капец, я не вижу. Альпинисты. Очень что-то много. У меня патроны на дарбан кончились. Я всех пистолетом убивал. Ладно. Почему не можем поднять их оружие? А можем, черт, у нас автомат есть. Я что-то, короче. Что-то у меня 18 патронов на этом автомате. О, здрасте, спасибо. Спасибо. Мы сейчас пройдем, вы можете опускать, ладно? Смотри, Елед, Елед. Что такое Елед? Где Елед? Вон на здании написано Елед. Назад. Елед? Я не знаю, о чем ты. Ну, на здании. Нет. Видишь? Нет. Как? Хватит, все, подбирать. Кто на что смотрит? Давай, ня. Пусть они, пусть они. Трабантик вам. Тема, спокойно. Ну, так дело нормально. Тут еще одна дыричка, которую надо закрыть. И здесь есть вражины. Блин, с нами уже бегают люди. Люди? Это не люди. Воу. Так, нужна еще одна машина. Сейчас я ее принесу. Ты видишь машину? Я уже внутрь зашел, мне надо. О, какой-то зануда. Нужно закрыть. У меня нет патронов. Окей, красота. Да блин, они. Ну или так. 23 хп. Капец, что ты натворил? Я зашел, тут все горит. Я прошел просто. Ау. А, ты любишь это дело. А, блин. Та-да-та-да-та-да. Так, хорошо, я встану на эту сторону, и тебе будет полегче. Да, походу, нет. Надо что-нибудь положить. Надо что-то взять и положить. Покласть что-нибудь. Ну, я не знаю, я не подхожу уже, да? Нет. И тогда вообще-то не подходил, ладно. Хорошо, будем кидать всякий трипер туда. Окей. Так, подожди, там снизу одна неудобная хрень. Ау! Вот так. Хоп! Да какого черта? Она сломана. Надо что-то еще. А на машину притащим сюда. О, стул. Да, ну нафиг стул. Давай человека притащим. Черт, он не берется. Ай, зараза. Берись, человек. Человек, берись. Берись, берись, берись. И больше не дерись. Вау. А, они лезут и не могут, фулашары. Тема. Ты там? Да. Выключай это говно. Все? Ок. Ништячок. Родина тебя не забудет. Забудет. Кто там, что там? Мама. Ого. С обычным пистолетом-пулеметом тут себя уже королем ощущаешь таким. Согласен. Во, смотри, что прилетело. Комбайн снайпер. Воу-воу-воу. Там снайпер? Да. На тебе пиво. Не хочешь? А, больно.
Конечно, больно. Алекс, иди сюда, мне нужна твоя помощь. Алекс, спасибо, Алекс. Сейчас я закину это говно. Ты ожил там, нет? Да. Комбайн снайпер. Where are you? Короче, сюда вниз запустил как-то и... Все, пускай он там разбирается. А, это же твои патроны. Хорошо. Так, ладно. Тут кто-то мертвый. У нас есть опыт борьбы со снайперами. Все заканчивалось. Конечно. Нифига. Хедшот. Бьяч. Меткий парнишка. Давай, онлайн. Ты сможешь. Он такой, блин, кого бы взять? Ты видел, нет? No. Он такой, налево, направо, на снайпера, на меня, на снайпера. Такой, блин, кого бы съесть? Потом пошел ко мне и убежал, конечно. Воу, что происходит? Битва титанов. Что они делают? У них брачные игры какие-то. Походу, да. Хорошо. Вау. Тихо. Здесь граната. Откуда? А если найду? Вот это было бы неплохо. Все, я на район другой закинул эту хрень. Тихо. Куда? Да, блин. Готов. Один я готов. Да, детка. Ты в него попал? Ну, я эту херню туда закинул, короче. Ай, молодец. Вот и гранаты. Так вот, что надо было делать. Да нормально. О, тут пулемет еще стоял. Так. Давай, Алекс. Сейчас ее похитят. Сделай то, что ты умеешь. Лучше всего. Нет. Ну, просто тогда, ладно. Капец. Сейчас такая упадет, и наша сыщ такая... Блин, говорит, мои кишки. Я вижу свои кишки. Ну-ка, подожди, стой. С кем он разговаривает? У тебя такое лицо жуткое. Блин. Со мной. Подожди, стой. Япона, мать, вот это ты жуткий, реально. Ты хуже зомби выглядишь. Да, еще хуже. I guess not! Че он делает? Не знаю. А где она вообще? Она сдрыснула, бросила. Она со снайперкой сидит там. А, это ее снайперка. Черт, а что нам делать? Ну, вот сюда. Конечно. Че это она все придумает? Пойду домой, полицейский сериал посмотрю. Любишь полицейские сериалы? Конечно. Нет. Ты не любишь полицейские сериалы? Ого. Я не хочу даже знать, что это было вообще. Ты видел, что взорвалось? No. Что-то просто взорвалось. По-моему, взорвался я. Ты умер? Да. Ты мог вообще. Ой. Где? Твои любимые маленькие животные? Да, я их слышал. Иди покатай его на голове. Я это дело не люблю. Так он где-то здесь. Да вон он. Ага. Так и боится. А, вот он будет. Мусоропровод. Мусор любит. А я думаю, где там Мурло? Ого. Мы тут были уже, нет? Там мы везде тут были. Капец, весь город обходили. Так, давай, знаешь, мы просто вот эти штуки уберем. Чтобы она могла пострелять нормально. Вот и все, а теперь... Пусть она их всех снимает. Давай. Красава вообще. Такая бч мне в голову. Жбанина. Настоящая женщина. О, Япона батя там идет. Касая. Не. Молодец. Ладно. Помог я, чтоб она не справилась. Ты не сильно помогаешь. Да ладно, нормально все. Я их удерживаю. Япона, мать их там, реально. Закончится вообще, нет? Я просто должен это сделать. Вау. Что-то, по-моему, у нее... Черт, кинул гранату, одного убил. Вау, там парень с гранатой. Иди разбирайся с ним. Готов. Я бросил тебя. Abandoned ship. Ого, они там целуются. Что? Смотри, два таких стоят, такие... Давай. Я не смог убежать.
Давай живой. Это было эпично. Вообще круто. Блин, ну так долго, надо поставить время оживания сразу. Нет. Нет, черт. Оу. Как всегда, блин, я нашел на этот раз патроны. Ого, там наверняка кто-то. Прости за спину. А что с ней? Как бы тебе помягче. Так, я не помню, вокруг что ли обошли? Какого хрена? Нет. Нет, ладно. Так, ты знаешь, что делать, да? Откуда он? А, вот. Упал. Ты не закрыл. Я знаю. Ты закрыл. А ну-ка, мразиши. Она разберется, я думаю. Да что, хватит перемещаться. Оу, мой арм. Как же я без арм? Только опять. Не успеваешь. Ха-ха-ха. Ты просто непредсказуемо бегаешь. Согласен. Нет. Do something. Подожди, вот тут вот мы точно были. Нет. Еще, то есть, в игре самой. Нет? За ней бежал, бежал. Бежал такой. Ау! Подожди, тут нет кнопки. Она должна настроить все. Настрой все, пожалуйста. Фу. Серьезное лицо такое. Че серьезное? Нормально? Ну так получилось. Воу. Воу-воу-воу. Боже, бойс! Саурон собирает армию. Адор начинает докаляться. Молнии пошли. Все дела. Ого, прикольно, смотри. Ого. Эффекты из первого халфа. Как это дешево. Ты понимаешь, наверху там были мы. Видишь, там как да, все обуглено. Понятно, ну и видно, что мы там были, как бы. Вот и я тоже. Ого, какое тут все. Цитаделевское. Там? Так, ну что? Что? Ну, хорошо. Давай тут закончим. Хорошо, больше как обычно. Как та сюда тебя дёбся. Нет, надо выбираться отсюда сначала. Окей. Мы выбрались. Подожди, а что там? Это не профессионально. Я хотел предупредить. Вот. Ну что ж, в общем-то, было круто. Нет. Короче, да, увидимся в следующей серии. Там уже, я думаю, мы пройдем этот первый эпизод, потому что он очень коротенький, в отличие от второго. Второй вообще гораздо сильнее первого, именно в плане вообще всего. А пока что, Тёма, бери это пиво, садись в угол и будем отдыхать. Увидимся в субботу. А блок. Это на мне? Короче, увидимся в субботу. С вами были Артур и Артём. Всего хорошего. Как это в субботу? Я не понимаю. Я им куда в субботу? Sitting there.